Я так понимаю, этот мальчик станет инженером. Хотела давно показать, у Дэни есть друг, они дружат с ним уже, наверное, с третьего класса. Вот они раньше учились в одной школе, потом этот мальчик перешел в другую школу. Вот, и хороший очень его друг. Вот, и этот мальчик, он изобретатель. Молодой изобретатель, все время что-то изобретает, изобретал различные всякие штучки с электроникой, то, что связано. Вот, талантливый достаточно парень такой. И всякие вентиляторы он делал. Что он еще делал, Дэнь? Электрошок. А что он вообще-то делал? Представление. Как тебя зовут? Эскимоаз. Муаз. Мальчика зовут Муаз. Чего делал еще? Представление. Я начал работать в Бармик C++ Arduino. Три года я делал Arduino. Plus-plus, что это программирование. Логика C++ Arduino. Талета сана? Да. Менталет синин. Менталет синин? Инженер сексты арива. А, ну вот он программирует уже давным-давно, уже в течение 3 лет. Ему сейчас 15 лет. Вот он уже 3 года как программирует на C++. Вот. А это вот его изобретение, это электрошок. Кстати, самодельный такой. Вот. Да, да, 3000 вольт. А, вот 3000 вольт. У 2 ампер. Да, 2 ампера. Ди батарея. Батарея. Ди мукам серамик. У да. Не знаю, что это какая-то с керамикой. Да, транзистор. У ди лед. У да клик. Вот он, и у да он оф. А батарея чардж или? А, чардж. USB. Лаптоп. Вот такие вот аккуратно кошка. Кэт. Нет, не надо кошка. Сейчас. Не надо. Талет. Китир. Талетрабул китир. Ага, молодец. Вон оберекабу коробки китир. Вот такие вот маленькие изобретатели растут здесь. Можешь показать еще раз такое? Это улла ла фи хак камен? تقولها في حاجة كمان يعني المحفظة هتكون زي المحفظة دي كده تمام وتكون كشلوتشك أو السمارت فون في جيبي لما المحفظة تبعد عن السمارت فون يبدأ يبعت لي مسج دي بالأردوينو بلوتوس أردوينو то есть это как кошелек он сделал да если он узнал где-то он если он где-то потерял может на GPS GPS connect with Bluetooth. Такая вещь, что то есть у него его кошелек, в кошельке стоит как датчик, я так понимаю. То есть если он потерял кошелек, то этот датчик сигнализирует, где находится его кошелек. Да? Mm-hmm. То есть это, как его называть, это получается как бы, это как маленький датчик, да? Хага зуайяра. Хата гуал. Гуа. А ممكن في قدوم ممكن في اي حته صح هي اردوينو بس مايكرو يعني دي اونو يعني ممكن تبقى ديت ميجا الاكبر الحجم الاكبر ودي الصغيره يعني قد دي جنيه так что вот такие вот интересные вещички делает а что он еще делал كنت تعمل ليزر كنت عامل روبوت اسمه سمارت فاير تراك كنت في مسابقه انتل السنه اللي فاتت الكلام دوت بس انا عندي صور سديل روبوتا عندي صور بس في البيت ممكن ابقى اجيبها يعني الروبوت دوت لما بيشوف نار بيبدا نار يبدا ان هو يروح يطفيها ويبعت لي مسج على التليفون تطفيها تطفيها ازاي بيطفيها بسبراي يعني هو مصغر بروجكت بس مصغر في المستقبل بقى يبقى كبير يعني هو ده نموذج بس Вот, интересно, он еще в прошлом году изобрел робота такого, который, если видит, чувствует. Как это, датчик, который реагирует на огонь. И он чувствует весь дом. А, то есть такой робот, он чувствует, что если где-то огонь, то он идет туда или едет, он на колесах, фиагаля или и бетир, или... Ла-ла-ла-ла. Вот, тем что-то. Мотор.
motor wheels. Агали. Вот этот робот, он на колесах, и если он чувствует, что где-то огонь, то он направляется в ту сторону и тушит этот огонь. Очень интересно. Я так понимаю, этот мальчик станет инженером. У него много всяких приспособлений, он с собой носит, у него всякие... Там как датчик, что ли, да? Что он говорит. А вот эта штучка, она фиксирует... Вот этот датчик фиксирует огонь. А что он делает? Это бетамилей. Application Arduino. Application Arduino. Это что за... А, он работает через application? А, то есть реагирует, да, на огонь? У Ким Митер, у Айриф... Митер. Митер, Митер, да? А есть на более дальнее расстояние? Нету. هو في هو انا البروجكت المشروع بتاعي هيبقى دوت بروجكت اهو где-то учится что ли انا في حته ولا كود اكاديمي كنت это который только скажи есть какая-то есть онлайн في как он называется вот этот Хирзамен Хирзамен في خيرزمان فو بتعملوا حاجات روبوت ومش عارف ايه он обучает день вопрос он обучается в онлайн школе انت بتدرس في في school online school academy online www.academy.com بخش باخد امتحانات وكده بس على اللغة проходили какие-то вот как соревнования по изобретателям, между изобретателями, и он занял первое место по Александрии, и проходил также чемпионат мировой. Ну, он там, не знаю, видимо, не победил, но вот на чемпионате Александрии он победил, и его изобретение, именно вот этот вот робот, получил он какой-то даже сертификат победителя.